предстоящие выставки в Лувре большой интерес проявляют и французские СМИ. Всемирно известная «Ле Фигаро» опубликовала 10-страничный репортаж, посвященный данной экспозиции. Автор в нем подробно приводит данные о сокровищах, обнаруженных на территории нынешнего Узбекистана, артефактах и исторических документах. Излагается детальная история кеталангарского Корана, страницы которого будут выставлены, начиная с 23 ноября в отделе исламского искусства Лувра. Экспозиция расскажет об истории Великого Шелкового Пути. Особо подчеркивается роль сотрудничества узбекских и французских реставраторов, археологов и научных экспертов. По некогда караванным маршрутам, ныне покрытым асфальтом, бегают современные автомобили «Шевроле», пишет автор. И страна вновь приступила к реализации грандиозного проекта по восстановлению Шелкового пути, который вновь свяжет Китай с Европой.